Всем привет, с вами Колян, Андрюлик и наш старый друг Лев Николаевич. Ты погоди, а Николаевич-то где? Ай! Больно. Я вышел ненадолго. Я кое-что перепутал. Погодите, ребятки, ща. Понимаешь, Коля? Я не знал, что в твоем аккаунте нету точки. Поэтому твой дом зарегистрирован на совершенно другой аккаунт. Ну, поэтому я сейчас через него зайду и продам дом, а ты его должен будешь купить. Можешь? Хорошо, только скажи где. Андрюлик, покатай на крыше. Так, продолжаем. Только... Смоук. Да стой! Только заместители могут менять скины. И мы летим, да, ребят, мы летим. Стой, сука! Да ты его не собьешь из этой пушки. Андрюлик! Да. Блин, где твои шасси? Я, короче, хотел такую приколку сделать, типа я с парашютом спрыгну, а Андрюха меня подхватит. Можно, но сложно. Сука, я тоже покататься хочу. Да хватит! Щит! А! Вот поэтому я не выхожу из дома без парашюта. Что ты делаешь? Чё? А я пока так, его машину нам... скоммунизю. Стой, нам нужна четырёхдверная машина. А, не убивайте. Да не убивай! А это кто? Убивайте, это не я. Коля. А. А-а-а-а! Ой, уничтожил транспорт. Парашюта не было. Ко мне, я машину взял. Подожди, я парашют возьму. Можно сесть? Ребят, никогда не выходите из дома без парашюта. Не, ну да, у меня хороший клуб, у меня заснул лагать. А тем более у Коляна. Ну я не знаю, вот вы меня чуть-чуть подлагиваете. Ну не знаю, у меня Watch Dogs. Нормально идет. Эх, у меня пятая GTA-шка. И Майнкрафт вылетал из-за того, что видеокарты не хватало. А у меня GTA 5 идет на минималках. Без лага. На ноуте. Но... На минималках. На ноуте. Да. Не верю. Ты что, издеваешься? Андрюх, вот если бы мне Лев сказал, что у него на ноуте идет пятая GTA-шка, я бы ему поверил. А ты извини, но я знаю, как ты любишь приукрасить. У него на ноуте! У меня только Сандрес. У него даже этот, Ганг Битс. А, нет, ну не факт! Сити. Лев Николаевич, давайте Ганг Битс установим потом. Посмотрим, давай. Потянет или нет. Вот что так давай. Странно. Главное, мне чтобы не было, как есть. У того чувака, у которого этот ЖД-симулятор-то вылетел. Скорость 500 км в час. Ну, 400 с хреном, но все-таки. У нас вылетела игра. Дорогие подписчики, вы это заметили? Что я их могу взорвать. Машина неубиваемая. Я вас могу взорвать. Меня не убьешь. Почему? Давай проверим. И что? как? Покатай меня на капоте. Вот. Стой, суко! Офигенно. Ну хорошо, признаю, ты классный водитель, ладно. Так уж и быть, признаюсь. Андрюлик, а ты где? Мы едем к нему. Я думал, он вообще куда-то в жопу мира уехал. А, ну вот он и уехал. Я в клубе Джизи. Да, очень похоже на клуб Джизи. Ща мы там будем. Вы тут не будете. Мы уже здесь. Ну чё, братва, бухаем, как в старые добрые времена. А как бухать? Действия, анимация и пиво.
действия, анимации. Господи, что мне скажет? Почему он тебе пиво наливает в глаз? Так это капли для глаз. У меня в лоб. Гениальная игра. Ты напился? Я не знаю. А интересно, а что будет, если просто так стоять и бухать, 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 бухать? Что будет? Весь глаз, наверное, красный у моего персонажа. Но ничего не видно, потому что очки. Меня спрайт. Я не пью. А, я тоже не пью. Я вижу. I'm in love with the пиво, пиво. Что ты делал? I'm in love with the пиво. I'm in love with the пиво. Семечки и пиво. I'm in love with the пиво. I'm in love with the пиво. Пацаны, а погнали наверх? Где лестница? А вот она. Так. Гопи и стрелка. У меня лучшая идея, пацаны, давайте сейчас полетаем. Кто за перестрелку? Кто за перестрелку? Скажите да. Давайте полетаем лучше. А, ты на джетпаке хочешь? Кто голосует за перестрелку? А какого я не могу заспаунить? Кто голосует за перестрелку? Голосует. Я. И я. Давай, заходи в... Куда? Йоо! Клуб. Сейчас, погодите, я, дорогие друзья, оружие не куплюсь. Пацаны, а тут у нас самолет на потолке. Ну и что? Ты что наделал? Кто? А, пацаны, в натуре, давайте полетаем. Ща я к вам выйду. Я на самом берегу. Где вы? Я на мосте. Заберите. На мосте. На мосте, да, правильно все. Уровень грамотности, Питер. Да, на пацаны, мосте. Я полетаю. На мосту! Я умер. Ой. Ой! А чё он не взлетает? Ой, не туда ты пришлился. А чё он не взлетает? Ладно, давайте вертолёт. Я не знаю, наверное, это выкладывать не буду. Ну и пошёл ты. Коля, давай я поведу. Да это чё? Я же это самое, когда выпью, я вообще летаю лучше. А как стойте? Вот я! Давайте, пацаны, садитесь. Садитесь, пацаны. Поздно. Да ладно вам. А я? Садись. Погнали. Я такой в воздухе прям сел. Ты что, вообще водить не умеешь? Да ты чё, я когда пьяный, я наоборот лучше летаю. Ну да. С трезвым-то я боюсь. А куда летим-то? О, Коля, вот. Коля, лети ко мне. А ты где? Здесь у меня дом. Я здесь. А, сейчас, ой. А чё вертолёт такой неуправляемый? Полончик с каской. А я тебя чё-то потерял. А, вон ты. Мне кажется, я ему падаю. Не-не-не, мы просто приземляемся. Всё под контролем. Я тебе говорю, когда пьяный, я летаю лучше. Ну и куда? Дом показать. Вон он. Где? Да вот передо мной. О, видишь это место? Тиробад называется. Уважаемые пассажиры, спасибо, что выбрали услуги нашей авиакомпании. Желаем вам удачи. Выбирайте нас еще раз.
Чё бьёшь-то? Кто? Кого я бью? Ты меня бил. У меня есть баллончик с краской. А я могу красить что-нибудь? Господи, как чё? Короче, ребят, меня кикнули с сервера за пьяный дебош. Вот, отправили в отрезвитель, сейчас я уже вернулся. Рюлик со Львом Николаевичем что-то поругались немножко. Так, я сейчас поставил видео на паузу, пока Коляна нет. Я уже здесь. Пошли ко мне домой. Пошли. А какой пароль? 4 семерки. Так, сейчас мы... Сейчас я сделал 4 скриншота. Окей. Мы ведем репортаж из дома Льва Николаевича. Лев Николаевич, что вы можете сказать об этом доме вообще в целом? Купил за 10 миллионов. Интерьер 1 миллион. Ну, в общем, хороший дом. Идите. Это был наш репортаж. Всем пока. Сюда иди, мразь! Догони. Сюда иди, сука. А что это за труба? Черт. Ты где, мразь? Это было красиво. А где мы вообще? Ой, мне до трубы не долететь. А я долечу. Ну да. Дэс! Она это, она смотри, она туда не залетает, она прилетает мимо. Понял, как туда попасть. Ну и как? Вертолет. Ага. Вертолет. Стоп, а где Спэрроу? Да. Он там есть. А я вижу только Спэрроу. А, вот. Где Спэрроу? Я вижу только Спэрроу. Genius. Блин, хочу найти. Он, Юлик, это тебе месть за то, что меня сбил. Да ты зачем меня убил? А ты меня... Жопу, блин. Значит, тебе можно меня убивать, а мне тебе нельзя? Иди в баню. Так, хорошо. Нет, объясни и... мне. Хорошо. Я чуть не помню, у меня был видос, где я уже на вертолете по трубам летал, или я его не выложил. Был. Я знаю, что он был, я не помню, выложил я его или нет. Мне кажется, вряд ли есть. В этом корыте. Беремся. Значит, берем Инфернус. Бери вертолет и не парься. Он, я вообще... почти до конца долетел. Я вообще с тобой не разговариваю. А, то есть тебе можно меня убивать, а мне тебе нельзя, да? Но я тебя не убивал. Ты меня убивал. Но я тебя не убил. Ты меня убивал. Я тебя не убил. Убил. Иди в баню. А, вот, сразу, да? Как правду сказали, так сразу иди в баню. Иди в баню. Вот, 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 да, 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 все, 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 ой, так, все. А
ты где тут? Шара тебя уже нет. Потому что я уже в другую трубу полетел. Я в ней застрял, а нет, отстрял. Застрял, отстрял. Зачем сюда заспавнился? Что я делаю? Чё? Чё со мной происходит? Всё, меня колбасить уже стало. Я уже колбасить начало. Ну давайте на одну линию как-то, чтобы нормально. Вы чё, я не на... Я вроде бы нормально стал. Ча, дорогу нам перегородил, блин. Ну ладно. Вы стоите. 3, 2, 1. Погнали! Ах вы с... Ладно. Я хотя бы второй. А кто третий? Николаич. Я уже... Ну так... Мне ж подлагивает. Это тебе... Нет, это нет. Тебя Бог наказал за то, что ты нам дорогу перегородил. Мне надо скинуть Андрюлика с моста. Блин, дебильная машина, нет нитро. Тут потому что не на скорость, а на проходимость. Ах ты сука. Подгрызай, блин. Вообще я тебя хотел с дороги слететь. Оу! Читер! Не знаю. Зато я вырвался вперед! Пошел вон! Ах ты сволочь! Кто читер-то? Николаич, телепортнись к Андрюлику! Так я так и делал. Чтоб я вас обоих, блин, выиграл! Не. Ну чё, давайте куда-нибудь дальше, я не знаю, по узкой дороге. Я самый первый. А мы еще не закончили. Да мы, блин, дальше едем откуда, по шоссе. Откуда я знал? Надо было просто гнать. Я первый. Нечестно. Я первый. Ой-я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 ! До свидания. Сука! Хотел на тебя упасть. Давайте на пляж, короче. Да, сюда. Вот сюда. Я снова первый! Да, ребята, тепловозыч выигрывает! Да чё ты мне не говорил? Я тебе сказал, давай на пляж! А ты куда-то в жопу мира поехал. Иди ты в жопу, я не знаю, Сан-Андреас! Да ладно, это не гонка, это просто поездка. Без всяких победителей и проигравших. Блять. А я первый. Я хотел прямо на танцпол заехать. Чем помогу? Спасибо, помог! Подожди, помог так же, как с Алиной. Тебя просто так просил он дико. Тебя он так просил, что у тебя колеса из капота торчали. Дайте кому-нибудь подсяду. Ну не под колеса же! Спасибо. Короче, Колян выбыл из гонки. Сейчас Лев Николаевич играет против Андрюлика. Пацаны! Ой. У меня появилась идея. Ой. Давай, Андрюлик, я на одно крыло, ты на другое. Погодите. Подожди, давай, Андрюлик. Парашют возьми. Парашют возьми на всякий случай. У меня он всегда, я же не выхожу из дома без парашюта. Пацаны, погодите. Да с той стороны на крыло залазь. Сзади. Пока. Да сзади запрыгивай. Погодите. Действие. А, да пофиг. Я скриншот сделал. Я сейчас буду фотографировать на камеру. А я Андрюлика не запечатлю. Идем на взлет. Я лег. В смысле? А. Чел, я понял, как они, знаешь, типа эти фотки делают с крылом самолета. Они просто на крыле летят. И такие фотки делают классные. Возможно. О, слушай, у меня тут шасси одно. Ребята,
ребят, я упал и умер. Приедьте за... прилетите за мной! Потому что надо соблюдать технику безопасности. Да телепортнись, Коля, просто к нам. Коля. А, да. Я не могу к вам телепортнуться. Давайте на пляж. Николаевич, давай приземляться на пляже. Сейчас. Коль, у меня, короче, первое шасси плохо закрылось, и мне похоже, что самолет как будто улыбается. ДТПшник. Если мы ДТПшнимся, мы разобьемся. Правда. Правда. Сейчас мы приземлимся. Я поставил видео на паузу. Я же говорю, это видео не буду выкладывать. Оно не смешное и не веселое. Почему у меня это же видео смешное и веселое? Потому что ты, Коля. Ты двигатели заглушил? Да. Короче, Колян, пойдем в Гарри Смот, там смешнее, когда это видео закончим. В смысле ты двигатели вырубил? Прямом. Андрюха, он двигатели вырубил! Пацаны меня сейчас убьют. Мы уже летим к тебе. Да, прямо на этого сейчас приземлились бы. Выпрыгивай. А, не, не надо, не надо. Отличное приземление! Все, я улетаю. Стоять друг другу лицом. Лети! Давай. Да блин. А меня-то за что? Сорян. В итоге я не улетел. И еще раз моя фраза. Вот поэтому я никогда не выхожу из дома без парашюта. Братишка, я лечу к тебе. Коля. Я к тебе лечу, братишка. О, столкновение парашютистов. Первое в истории столкновение парашютистов в воздухе. Братан, давай сейчас Гарри Смот запишем. Стой, сука! Погоня парашютистов. О, подожди, я хочу кое-что сделать. Красиво. Мы зацепились. А я на самом... Я знаю, как я назову это видео. Летучие парашютисты. А бывают не летучие парашютисты, да? Бывают плавающие парашютисты. Да, вообще-то да, бывают. Это мне типа кажется, крючко. Или я насквозь через... А-а-а! Короче, давай, Лев, ты подсаживайся к нему, а я на хвосте полечу. Эй! А я не умираю. А я не умираю. А мне не больно. А мне не больно. Мне не больно. Знаешь, это самое, ездят с зацепом на поездах, иногда на автобусах с зацепом. А мы, ребята, впервые в жизни поехали с зацепом на вертолете, блядь. И это еще опаснее, чем на автобусах или поездах. Ну что же, на этом, дорогие друзья, мы заканчиваем. С вами были Колян Тепловозыч, Андрюлик и Лев Николаевич. Всем удачи и всем пока.